Всем любителям огородничества уже не терпится приступить к посадкам на сезон 2022. Вот и мы начали готовиться. Так как я высаживаю рассаду в середине января для раннего урожая томатов поликарбонатной теплицы, то мне необходим был стеллаж для рассады. Для изготовления стеллажа нам понадобились рейки 10 на 20 мм на сумму в районе 200 рублей. Также использовали обрезки вагонки, которые у нас завалялись в хозяйстве. В вечернее время стеллаж буду укрывать подкладкой строительной с отражателем. Мы ее купили в магазине за 60 рублей за метр, ну как раз метра хватило. Фитолампы у нас куплены в прошлом году в светофоре по 350 рублей. Для крепления фитолампы к стеллажу использовали стяжка кабельная, пластиковые хомутики. Дальше вставим видео, как мы сеяли редис, как он сейчас выглядит в декабре месяце, вы видели. Ну и всем спасибо, всем пока. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Сегодня 8 ноября. У нас сегодня штормовое предупреждение. Снег с дождем обещает, но пока на улице только ветер сильный поднялся. Ну и дождик начинается. Вчера были в Леруа во Владивостоке. Ну, взяла такой редис Cherryed F1, японская линия. Японская фирма Саката, ранний гибрид, рекомендуется для круглогодичного выращивания. Ну и хочу на окно посадить, посмотреть, как будет расти. Что-то захотелось поэкспериментировать с редисом. Нашла я у себя такой ящичек. Набрала земли. Сейчас будем садить. Так, в одной упаковочке вот столько семян, семена дрожжированные. Так, сделала я бороздочки в ящике. Будем раскладывать. Так, разложила семена, получилось в районе 30 штук. То есть там еще в пачке, это только одну пачку я вскрыла, в пачке очень много еще вот таких дрожжированных семян. Ну, то есть там в пачке написано 1 грамм была расфасовка. Сейчас польем, попрыскаем из пульверизатора и будем прикрывать, присыпать землей. Так, все, прикрыли землей. Пойду поставлю на окошко и будем ждать всходов нашего черешни.